мы подумали, что если бы телевидение существовало 100 лет назад? Как бы оно освещало события 1919 года? Здравствуйте. Я вышла в эфир из нашей новостной студии. Только случилось то, чего мы опасались. У нас во всем здании отрубили свет. Но сейчас работают резервные генераторы. Если прислушаться, то под окнами нашей редакции слышны стрельба, взрывы, крики. Мы не знаем, когда сможем вернуться в эфир. Остается только ждать. Поэтому ждите и вы выпуска новостей. Потому что только в программе «Таков день» фронтовые сводки, интервью очевидцев и прямые включения прямо из окопов.